Оправившись после великого отступления, русская армия убедительно доказала врагу свою боеспособность. К началу 1916 года была ликвидирована нехватка вооружения и боеприпасов. Новые бойцы приходили на смену выбывшим из строя кадровым военным. Все силы были брошены на борьбу с врагом, развязавшим против нашей Родины одну из самых страшных войн в мировой истории. Господин студент, на войну потянуло. Чем вам жизнь не мила? Да не студент я. Кончил гимназию, готовился в университет. Студент, студент! По тебе сразу видно. Сам откуда будешь? Из Москвы. Ну так и сидел бы дома. У меня брат на фронте погиб. Ну и... словом, не могу оставаться дома. Пожалели бы родителей. Они уже вон, одного сына потеряли. Так меня мать благословила. Мы сейчас на станцию приедем. Там главный подполковник Васильчук. Ух, зверь! А вас, студентов, так вообще на дух не переносит. Так я обычный солдат. От Васильченки не спрячешься, вмиг распознает. Определяющийся. Ко мне. Фамилия? Копейкин. Борис. Что? Черт знает, во что армию превратили. Так мои предки с Наполеоном воевали. Молчать! Крещеницем тебя, студент. В рубашке ты родился. Теперь долго будешь жить. Вот уже два года, как Россия против своей воли была втянута в страшную изнурительную войну. Вчерашние гимназисты все еще стремились попасть добровольцами на фронт. Но в отличие от первых дней войны, этот патриотический порыв вызвал у многих искреннее недоумение. Общество разделилось на так называемых оборонцев, которые говорили о войне до победного конца, и пораженцев, которые желали скорейшего ее окончания. И последних становилось все больше. Война выжимала из России последние силы. Многомиллионные военные затраты, сотни тысяч погибших, отступление русской армии, наплыв беженцев с захваченных врагом территорий. Зимой 1916 года линии фронтов и на Западе, и на Востоке сковала позиционная война. Везде царило затишье, которое изредка прерывалось перестрелками, артобстрелами и налетами аэропланов. Воспользовавшись этим, союзники России спешно готовились к летнему наступлению. Германское командование также считало, что Россия в ближайшее время не способна к активным действиям и за свой фронт на Востоке не беспокоилась. На Западном фронте немцы развернули первую в мировой истории войну в воздухе. С января 1915 года германские дирижабли и самолеты вновь и вновь совершали налеты на Британию. Бомбы разрушали старые английские города. Гибли мирные люди. Газеты в Германии захлебывались от восторга. Наши цепелины вознесли огненную десницу возмездия над Британией. Самое совершенное оружие, созданное гением немецких инженеров, дирижабль, способно поражать врага в самое сердце.
Это самый быстрый способ победно завершить войну, а значит, и самый гуманный. Воздушные атаки на Великобританию не затронули только королевские дворцы. По личному распоряжению германского императора Вильгельма II, который приходился английскому королю Георгу V двоюродным братом, немецким пилотам запрещалось наносить удары по королевским резиденциям. Немецкие цепелины регулярно наносили удары по британским островам. Но первый налет на Лондон 14 немецких самолетов Гота Г-4 состоялся 13 июня 1917 года и унес жизни 162 жителей. В ходе войны немецкие дирижабли осуществили 51 налет на территорию Великобритании. Еще 52 бомбардировки провели самолеты, сбросив в общей сложности 280 тонн бомб. Жертвами этих налетов стали 1413 убитых и 3409 раненых. Бомбили немцы и французские города. Средства противовоздушной обороны только начали разрабатывать, и урон, прежде всего психологический, был столь велик, что правительство Франции решило построить в пригороде своей столицы фальшивый Париж. Грандиозные декорации домов, заводов и железнодорожных станций должны были обмануть немецких пилотов и спасти настоящий Париж от разрушений. Бомбежки беззащитных городов вызвали в странах Антанты рост ненависти к немцам. Почва для ненависти была давно подготовлена с помощью нового явления мировой цивилизации – колоссальной пропагандистской машины. В первые же дни войны в Британии было создано бюро военной пропаганды. К сотрудничеству с ним были призваны крупнейшие британские писатели и общественные деятели – Артур Конан Дойль, Рэдьярд Киплинг, Гилберт Честертон, Джон Голсуорси, Герберт Уэллс и многие другие. Стараниями бюро было напечатано бесчисленное количество статей и брошюр о немецких зверствах с красноречивыми названиями вроде «Варварство в Берлине» или «Когда кровь их аргумент». Классикой жанра стала статья Киплинга в газете «Morning Post», где автор Маугли безапелляционно заявил: «На свете есть две категории существ – люди и немцы». Британия буквально тонула в океане плакатов, листовок и антинемецких карикатур. Пропаганда ужасов вбрасывала все новые душераздирающие утки, не смущаясь откровенного вранья о том, что немцы якобы перерабатывали трупы своих и чужих солдат на стеарин и на корм для свиней, о том, что немецкие солдаты массово рубили бельгийским и французским детям руки. Когда тысячи семей в нейтральных странах пожелали усыновить несчастных коллег, и обеспокоенность этими событиями выразил даже Папа Римский, английскому бюро пропаганды пришлось оправдываться. Дескать, их сведения несколько преувеличен. Впрочем, на дальнейшей работе бюро это никак не сказалось. На прессу оказывалось жесточайшее давление цензуры. Доходило до смешного. Газетам запретили сообщать о гибели британского линкора «Одейшес», хотя свидетелями гибели корабля стали многочисленные пассажиры трансатлантического лайнера «Олимпик». И об этом уже сообщила американская пресса. Британская пропагандистская машина Первой мировой войны стала первым в своем роде примером массированного и беспощадного промывания мозгов. Французская пропаганда не отставала, тем более что на ведение информационной войны была ассигнована фантастическая по тем временам сумма – 25 миллионов франков. Но дальше всех пошли американцы. Специально созданная в США организация с невинным названием «Комитет общественной информации» под руководством журналиста Джорджа Крилла создавала грубые образы немецких чудовищ, не считаясь ни с логикой, ни со здравым смыслом. Американский народ должен был твердо знать – немцы – это исчадие ада. Вся эта пропагандистская истерия, кроме прочего, должна была отвлекать внимание налогоплательщиков от хронических неудач на фронте. Весь 15-й год британцы с французами несли чудовищные потери, безуспешно пытаясь прорвать немецкую оборону. Взятие каждой деревеньки оборачивалось гибелью тысяч солдат, но фронт почти не двигался. В
В это время армия Российской империи пополнилась свежими силами. К началу 1916 года в строю находилось почти 2 миллиона солдат. Кризис со снабжением был в значительной мере преодолен. В войска прибывали новые орудия, снаряды и патроны. Нехватку винтовок решали в том числе и за счет импорта. Оружие для пехоты закупали даже в Японии. Принятые меры дали результат. Армия была готова к боям против Германии и Австро-Венгрии и против Османской империи. Британский военный атташе в России генерал Альфред Нокс с удивлением писал: «Русское военное положение улучшилось так, как того не смог бы предсказать ни один иностранный наблюдатель в дни отступлений прошлого года». Наши! Наши идут! Стойте! Кто вы? Откуда вы свалились? Донцы мы, всю жизнь при коне. Вот теперь начальство вздумало нас в пехоту. Мы теперь ползуны, прости господи. Дядь Парфен, не ползуны, а пластуны. А ты что меня, Федька, поучать, сопля заморожена? Ща как стебану меж рогов, вмиг распластаюсь. Чё глаза выречил? Тряси давай. А точно, донцы! А мы-то и не признали. Мы тоже на Урзум. А что, братцы, может, вместе его, этот Урзум, возьмем, а? Эрзурум, а не Узрюм. А ну, конные, пропустите пеших вперед. Пойдем, братцы. Турецкая крепость Эрзурум охраняла путь к столице Османской империи – Стамбулу. Русским войскам уже дважды доводилось брать эту твердыню – в 1829 и в 1878 годах. Теперь, зимой 1916-го, это предстояло сделать в третий раз. Понимая значение крепости, турки надежно защитили ее. Новые укрепления строили немецкие инженеры. Городу непрерывно подтягивались войска. Еще и месяца не прошло с того момента, как армия Османской империи одержала крупную победу над британскими и французскими войсками. Почти целый год союзники пытались прорваться через Галлипольский полуостров к Стамбулу. Турецкие солдаты упорно оборонялись. Англичане, австралийцы, новозеландцы, индийцы, французы шли в бессмысленные атаки и гибли тысячами. Только к концу 1915 года генералы союзных войск осознали свою беспомощность и приказали эвакуировать солдат. Благодаря Галлиполийской победе у немцев и турок освободились крупные силы, которые могли быть в любой момент брошены против русской Кавказской армии. И все же новый командующий Кавказским фронтом, великий князь Николай Николаевич, решил брать Эрзурум немедленно. К боевым действиям в зимних горных условиях готовились особенно тщательно. Запасали полушубки и валенки. Солдатам выдавались белые маск-халаты и специальные очки, защищавшие от солнца. Разрабатывал операцию командующий Кавказской армией генерал Юденич. Силы русской армии были невелики, но казакам было не привыкать. Эрзурум словно служил воротами в Пасинскую долину и в долину реки Евфрат. Здесь сходились и важные военные дороги. Крепость связывала воедино турецкий фронт на Кавказе, позволяла манипулировать силами и резервами. Здесь располагалась главная тыловая база и центр управления 3-й турецкой армии. При помощи немцев турки модернизировали старые фортификации, возвели новые, добавили пулеметы и артиллерию, и к концу 1915 года Эрзурум представлял собой огромный укрепрайон, который горы и фортификационные сооружения превращали в неприступную крепость. Чтобы попасть в саму Пасинскую долину, требовалось взять сильные кипрекейские позиции. За ними дорогу в узком месте между горами перекрывала крепость Гасан-Кала. А с севера, на дальних подступах, Эрзурум ограждали укрепленные населенные пункты Тартум, Вечихас, Шекляры, Кизыл-Келеса, Кош. 7 января началось русское наступление в горах. Турки яростно оборонялись, но теряли одну укрепленную линию за другой.
Через 10 дней турецкая армия была разбита. Еще через 2 дня пала крепость Гасан-Кала на подходе к Эрзуруму. Но взять сходу сам Эрзурум оказалось непросто. Его укрепления были искусно встроены в горные хребты, а общая протяженность оборонительных позиций составляла 40 километров. Командующий Кавказским фронтом великий князь Николай Николаевич, помня о прошлогодних поражениях, занервничал и распорядился прервать операцию. Ну что там? Отвести войска на исходные позиции. Да как же так? С такими войсками и отступать? Телеграмма в штаб фронта. Ваше императорское высочество. Восклицательный знак. Получил ваш приказ. Точка. Не могу согласиться. Восклицательный знак. Юденич. Точка. Но ваше... Оставить! Продолжайте. Все готово, ваше высокопревосходительство? Ждем ответа. Лихой у нас генерал. Не к добру. Еще телеграмма туда же. Считаю наступление возможным. Точка. Все беру на себя. Восклицательный знак? Точка. Все готово, ваше высокопревосходительство? Оповестите всех командующих частями. Через час совещания. Слушаюсь. Перед штурмом в войсках создавались штурмовые отряды. Пехотные полки снабжались дополнительными пулеметами и специальными саперными подразделениями, чтобы по ходу штурма сразу взрывать вражеские укрепления. Солдат снабдили маскировочными халатами. Военные летчики провели тщательную аэрофотосъемку. Чтобы использовать фактор внезапности, Юденич решил атаковать Эрзурум ночью. 11 февраля в 14:00 русская артиллерия открыла огонь по крепости. Но к вечеру в горах началась метель. Ваше высокопревосходительство, командиры штурмовых колонн просили перенести начало штурма. Почему? Не готовы? Пурга. Видимость ноль. Могу дать отсрочку на 5 минут. Вы знаете, где враг. Зато враг не знает, где вы. Доведите это до сведения ваших бойцов. Атаку начинаем в 23 часа 05 минут. Разрешите идти? Свободен. Есть. Уверенность полководца передалась подчиненным. Атаки русских солдат почти не встретили сопротивления. Туркам пришлось вести огонь практически вслепую. Русские появлялись из кромешной тьмы и метели внезапно, как снежные призраки. Горные форты сдавались один за другим. Турецкая армия бежала, потеряв более половины своего состава, 66 тысяч человек убитыми и ранеными и 13 тысяч пленными, 9 знамен и 323 орудия. Ранним утром 16 февраля, после 4 суток непрерывных боев, русские вошли в Эрзурум. И винтовок, стал быть, 158. 158, так. Вот это да! Гляньте-ка, ваш бродь! Не как пармен! Урядник! Чего добыл, казак? Вот, с нами взяли. Деды наши Урзрюм брали, и мы сподобились. Не выдал Господь. Хм. Слышь-ка, Пармен, а племяш-то твой где? Который умный. Федька, да? Нету Федюньки. Стал быть, убили? Че убили-то? Типун тебе на язык.
Живой он, балабол-то. Это ведь он, небось, знамя-то добыл. К начальству его вызвали. Крестом награждать. Отличился? Да. Казак, племяш-то мой. Знамя добыли. Во время Эрзурумского сражения русские войска захватили 9 турецких знамен. Также трофеями победителей стали более 300 орудий. Потери врага в живой силе были ужасными. 66 тысяч убитых и раненых, 13 тысяч пленных. Третья турецкая армия была разгромлена полностью. Русские потери составили более 2000 человек убитыми и 6 тысяч ранеными. Кавказская армия добилась грандиозного успеха и добилась его малой кровью. Эрзурумская победа вызвала в России большое воодушевление. Ободренная этим успехом, ставка Верховного Главнокомандующего распорядилась ускорить подготовку наступления на Восточном фронте. Но коррективы в планы русских генералов внесли события во Франции. В феврале немцы начали массированное наступление, чтобы одним мощным ударом разгромить Францию и вывести ее из войны. В первые же дни наступления началось сражение у французской крепости Верден, одной из самых кровопролитных в этой войне и вошедшая в историю как Верденская мясорубка. Верден. Строительство мощной крепости началось здесь еще в 17 веке. В конце столетия перестройкой укреплений занимался знаменитый французский военный инженер маркиз де Вобан. В эпоху Великой революции и наполеоновских войн за крепость неоднократно велись кровопролитные бои. В 1870 году, во время войны с Пруссией, Верден стал последней французской крепостью, сдавшейся врагу. В конце 19 века укрепления Вердена были серьезно усилены. Появились новые форты, бронированные башни для пушек и укрепленные броней казематы. Наиболее уязвимые сооружения крепости забетонировали. Накануне Первой мировой войны артиллерия Вердена насчитывала 1000 орудий. При мобилизации в гарнизоне крепости должны были нести службу 66 тысяч человек. Однако после первых битв французское командование пришло к выводу о бесполезности крепости и начало постепенно разоружать ее. Пушки были сняты, а солдаты отправлены в окопы. На участке фронта длиной в 15 километров были сосредоточены 6,5 немецких дивизий против 2 французских. 21 февраля началась артподготовка. 9 часов орудия всех калибров непрерывно вели огонь по позициям французов. Когда немцы сочли, что все живое во французских траншеях истреблено, в атаку поднялась немецкая пехота. Но в ответ ударили пулеметные очереди и винтовочные залпы. Уцелевшие французские солдаты продолжали сражаться. И все же за 4 дня боев французы потеряли все форты на подступах к Вердену. Преимущество германцев было подавляющим и в живой силе, и в вооружении. Здесь, под Верденом, впервые получили широкое применение ружейные гранатометы и наводящие панический страх огнеметы. Огнемет. Оружие, способное поражать живую силу противника струей горящей жидкости. Первый ранцевый огнемет изобрел в 1901 году германский инженер Рихард Фидлер. После доработки аппарат был принят на вооружение германской армии. Огнемет имел не только высокую эффективность, но и сильное психологическое воздействие. Порой солдаты бросались в бегство лишь при появлении огнеметчиков. Именно огнеметы позволили немецким солдатам брать французские бетонные укрепления под Верденом, буквально заливая огнем то, что не могла разрушить артиллерия. Французский главнокомандующий Жоффр распорядился: любой командир, отдавший приказ об отступлении, будет подвергнут военному суду. 600 автомобилей по единственному шоссе круглосуточно подвозили в Верденский укрепрайон французские подкрепления и боеприпасы. Но чтобы успеть подтянуть все резервы, нужна была хотя бы небольшая передышка. И генерал Жоффр вновь обратился за помощью к России. Русская ставка в соответствии с общесоюзническим планом, выработанным на конференции главнокомандующих в Шантильи в декабре 1915 года, решила провести в марте наступательную операцию.
Западному фронту генерала Алексея Ермолаевича Эверта поставили задачу нанести сильный удар по германским армиям, собрав для этого как можно большие силы. Алексей Ермолаевич Эверт, генерал от инфантерии. Боевое крещение получил во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1904-1905 годах участвовал в боях с японцами. Первая мировая стала его третьей войной. Осенью 1915 года генерал Эверт сумел предотвратить прорыв фронта германскими и австро-венгерскими войсками между Двинском и Сморгонью. За эту операцию командующий Западным фронтом был награжден орденом Святого Георгия третьей степени. 16 марта началась артиллерийская подготовка, которая продолжалась двое суток. Затем русские войска перешли в наступление. После весенних заморозков наступала оттепель. Грязь и распутица затрудняли продвижение солдат и перевозку орудий. Наступление развивалось вяло. Пехоте не хватало поддержки артиллерии, и все наступление превратилось в цепь разрозненных ударов, которые немецкая оборона смогла отразить. Лишь у озера Нарочь русские смогли вклиниться в оборону 10-й германской армии от 2 до 9 километров. Но германское командование опасалось, что русские начали генеральное наступление и вот-вот прорвут германскую оборону. Немцы прекратили атаки на Верден на 2 недели и начали спешную переброску войск с Западного фронта на Восточный. Кто это с тобой, Архипов? Пополнение из студентов. Попросился к нам разведку. Докладывай. Немец перегружал не то снаряды, не то баллоны. Будет газы пускать. Думаю, скоро. Срочно. Передай в штаб готовиться стрельба химическими снарядами. И дрова приготовить. Слушаюсь. А зачем дрова? Дымом газ отгонять. Дрова зажгут, а газ верхом пойдет. Запоминай, ты теперь разведка. Все должен знать. Идем к своим? Здесь отсидимся. Я их в благородие хорошо знаю. Почитай, год бок о бок воюем. Достань маску-то. Помнишь, как пользоваться? Помню. Натянул маску, надел очки. В начале войны противогазы были просты. Если не сказать примитивны, и напоминали собачьи намордники, которые нужно было смочить любой жидкостью, имевшейся под рукой, даже собственной мочой. Вскоре эти маски заменили новые усовершенствованные противогазы, состоящие из коробки с угольным порошком и резиновым респиратором, через который надо было дышать. Также в комплект входили очки в жестяной оправе для предохранения глаз и особые щипчики, которыми следовало защипнуть нос, чтобы отравляющий газ через ноздри не попал в легкие. Поджечь костры! На позициях всегда старались иметь сухие дрова. Теплый воздух и дым, поднимающиеся от костров, увлекали за собой и часть отравляющих газов, что порой позволяло несколько уменьшить их действие. Но газовые атаки часто сопровождались артиллерийским обстрелом, а противогазные маски хранились в вещевых мешках солдат. Случалось, что среди взрывов и пламени бойцы, знавшие о газах лишь понаслышке, лихорадочно извлекали все эти приспособления, пытаясь вспомнить, как ими пользоваться. Очки запотевали, кто-то забывал зажать нос щипцами, фильтры респираторов часто забивались крошками и пылью, что не позволяло нормально дышать. Но того, кто срывал маску, ждала смерть. Прорвать фронт в Белоруссии русская армия не смогла. Но это наступление отвлекло внимание немцев на целых 2 драгоценных недели. За это время
оплаченные гибелью тысяч русских солдат, французы успели наладить работу так называемой «священной дороги», чтобы перебросить по ней к Вардену 190 тысяч человек и 25 тысяч тонн военных грузов. В результате Нарочской операции в Белоруссии потери русских войск, по разным оценкам, составили около 78 тысяч человек. Потери германской армии – около 40 тысяч. Верденское сражение во Франции продлилось 10 месяцев. Обе стороны только погибшими потеряли 400 тысяч человек, а вместе с ранеными и пленными – более миллиона. Если бы не помощь русской армии, французы вряд ли сумели бы удержаться. Но после войны ни один из французских военачальников, вспоминая о битве под Верденом, ни словом не упомянет об этой помощи в своих мемуарах. А между тем спасать союзников русской армии приходилось не только в белорусских лесах. Франция обратилась к правительству России с просьбой прислать на Западный фронт своих солдат. Так началось формирование нескольких особых пехотных бригад. Говорят, нас во Францию хотят отправить. Слыхал. Должно и впрямь отправят. Интересно, что оно такое, Франция? А мне вот не интересно. Я вот только хочу свой полк. Да только не знаю, как от отправки спрятаться. А ты заболей! Это как? Я ведь здоров. Я недавно только из госпиталя. Сходи к фельдшеру. Дай полтинник. Он подскажет. Тихо, дежурный. Значит, ты так куришь? Да. Вот место махорки. Сворачивай чай сухой. Угу. Его и кури. В легких хрипота появится. Так. А не поможет, ко мне приходи. Я тебе укольчик специальный сделаю. Хорошо. Решение командования было окончательным и бесповоротным. Георгиевский кавалер, отличный пулеметчик и грамотный солдат Родион Малиновский направлялся в русский экспедиционный корпус во Францию. Корпусу предстоял длинный путь в Западную Европу. Сначала поездом на Дальний Восток, затем морем через Гонконг, Сингапур, Индокитай, Индийский океан, Суэцкий канал и Средиземное море. Конечный пункт назначения – Марсель. Лишь в апреле 1916 года русский корпус высадился во Франции. Направо! Смирно! Сейчас на поезд и в Париж. Да ну. Организация русских экспедиционных корпусов началась в конце 1915 года по инициативе французского сената. Его представитель предложил русскому правительству направить во Францию 400 тысяч русских офицеров и солдат в обмен на вооружение и боеприпасы. В январе 1916 года была сформирована первая особая пехотная бригада из двух полков, которая прибыла во Францию 20 апреля 1916 года. Впоследствии были сформированы еще три бригады
направленные на Западный фронт. Появление союзных российских войск произвело большое впечатление во Франции. Французский маршал Фош писал: «Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат». Русской армии также сражалось немало иностранцев, но особо выделялся среди них фельдфебель Марсель Плиа. До сих пор никто не знает, откуда прибыл этот чернокожий французский подданный. Одни считали его родиной Африку, другие называли местом его рождения острова Океании. В Россию он попал еще подростком. Здесь обзавелся семьей и стал отцом. На войну Плиа отправился добровольцем и заслужил 2 Георгиевских креста. Воевал он в эскадре воздушных кораблей, состоявшей из бомбардировщиков «Илья Муромец». «Илья Муромец» — 4-моторный деревянный аэроплан конструкции Игоря Сикорского. Строился на русско-балтийском вагонном заводе. Первый полет состоялся в декабре 1913 года. Пилотировал аэроплан лично Сикорский. При этом был установлен мировой рекорд грузоподъемности для самолетов – более тонны. Вскоре «Муромец» перекрыл собственный рекорд, подняв в воздух 16 человек и одну собаку. Общий вес всех пассажиров составил 1290 килограммов. «Илья Муромец» стал первым в мире пассажирским самолетом с электрическим освещением, отоплением, комфортабельным салоном, спальными комнатами, туалетом и даже ванной. Однако службе этого аэроплана в гражданской авиации помешала мировая война. Муромцы были переданы в действующую армию. Однако эффективно их использовать не получалось. Многие военные не представляли, как использовать этот громадный по тем временам аэроплан. Делу помог Михаил Шедловский, один из руководителей русско-балтийского завода. Он написал письмо царю и предложил свести все муромцы в одно боевое соединение. Император идею одобрил. Так появилась эскадра воздушных кораблей. Командование ею принял сам Шедловский, выбравший боевую должность вместо теплой и сытой жизни в тылу. Эскадра начала действовать в феврале 1915 года. С аэродрома в Польше Илья Муромец совершил полет в глубокий тыл противника на территории Восточной Пруссии. Всего за годы войны в эскадру поступили 60 муромцев. Они совершили 400 боевых вылетов и сбросили 65 тонн бомб. Аэропланы Сикорского были вооружены и пулеметами, что позволило летчикам сбить 12 вражеских истребителей. Те, в свою очередь, смогли одержать победу лишь над одним Ильей Муромцем. Чтобы уничтожить его, понадобилось 4 германских истребителя, 3 из которых погибли вместе с бомбардировщиком. На следующий день после этой трагедии над аэродромом, где базировались муромцы, появился немецкий аэроплан. Его пилот сбросил записку, в которой сообщалось, что русские летчики были похоронены со всеми воинскими почестями. Честь и слава русской авиации. Муромец обладал невероятной живучестью. Случалось, что пилоты сажали машины, буквально изрешеченные вражескими пулями, с пробитыми бензопроводами и неисправными двигателями. Летчики умудрялись сами во время полета устранять течи топлива, а порой, привязав себя ремнями, даже выбирались на крылья, чтобы прямо в воздухе чинить моторы. Приходилось это делать и Марселю Плиа, за что он и получил свой первый Георгиевский крест и звание фельдфебеля. В
В начале сентября 1916 года перед очередным боевым вылетом Марсель уговорил командира одного из муромцев, старшего лейтенанта Лаврова, взять его стрелком хвостовой пулеметной установки. Первый немецкий истребитель появился на 150 метрах выше Муромца и начал атаку. Марсель Плеа предложил Игорю Сикорскому внести ряд улучшений в устройство Ильи Муромца. В частности, сделать сиденье стрелка складным, так как оно мешает при стрельбе. В воскресном номере журнала «Огонек» от 23 октября 1916 года была опубликована небольшая заметка с фотографией, посвященная Марселю Плеа. В ней отмечалось, что фельдфебель прекрасно владеет русским языком и любит щегольнуть забористыми солдатскими словечками. Продолжалась война и на море. Две главных морских державы, Великобритания и Германия, создали перед войной мощные флоты. Но, обменявшись несколькими ударами, противники вдруг стали избегать серьезных сражений. Громадные линкоры и крейсеры, на которые были потрачены миллиарды, стояли в своих базах и боялись отправляться в дальние походы. Виной тому были подводные лодки, которые стали настоящими хозяевами морей. Германские субмарины превратились в настоящий бич не только для британского, но и для остальных флотов мира. Чтобы хоть как-то защититься, британцы стали использовать флаги нейтральных стран, но это не помогало. Немцы топили буквально всех. 1 мая 1915 года британский пассажирский лайнер «Лузитания» покинул порт Нью-Йорка, следуя в Ливерпуль. Капитану Тернеру было известно, что у южных берегов Ирландии действуют немецкие подводные лодки. Приближаясь к Ирландии, Тернер приказал принять все меры безопасности, в случае необходимости покинуть судно. Все шлюпки были приготовлены к спуску на воду. 7 мая капитану немецкой подводной лодки У-20 Вальтеру Швингеру доложили о приближении большого четырехтрубного корабля. У Швингера оставалась всего одна торпеда, и он уже принял решение возвратиться на базу, но тут заметил, что судно поворачивает прямо в его сторону, и решил атаковать. Всего одна торпеда пустила гигантский корабль на дно. Он утонул за 20 минут, даже не успев спустить на воду основное количество шлюпок. Погибли 1198 человек, и среди них около сотни детей. По числу жертв эта трагедия почти сравнялась с катастрофой «Титаника». Среди пассажиров «Лузитании» находилось много американцев, что стало поводом для настоящей дипломатической войны между США и Германской империей. Немцам пришлось на время уменьшить активность своих подводных лодок. А в штабе немецкого военно-морского флота все громче раздавались голоса сторонников использования надводных сил. В начале 1916-го командование ударной группировкой германского флота, так называемым «флотом открытого моря», принял энергичный адмирал Рейнхард Шейер. Он решил не отсиживаться в портах, а уничтожить британцев в открытом бою и прорваться к берегам Британии. Шейер направил к берегам Англии подводные лодки, чтобы с помощью минных заграждений блокировать английский флот в его базах. Эта активность была замечена англичанами. Секретное подразделение британского адмиралтейства «Комната 40» также сообщило командованию флотом: вражеские силы могут выйти в море. Подразделение «Комната 40» стала ведущим органом по расшифровке сообщений немецкого командования. За свою историю его сотрудники расшифровали около 15 тысяч немецких сообщений. До 1917 года отделом управлял Альфред Юинг. Этому во многом способствовали захваты немецких шифровальных книг на подбитых вражеских кораблях.
Так, в 1914 году русские моряки захватили шифровальные книги немецкого крейсера «Магдебург», взяв в плен и всю немецкую команду. Один из экземпляров шифровальной книги был передан британским союзникам. Все полученные и расшифрованные сообщения должны были храниться в абсолютном секрете. Их копии передавались только начальнику штаба и директору разведки. Уровень секретности был невероятно высок. Даже члены комнаты 40 считали, что расшифрованная ими информация не использовалась в полной мере из-за запретов обмениваться информацией с другими отделами разведки. До самого конца войны немецкое командование не догадывалось, что все их радиосообщения полностью расшифровываются английской спецслужбой. 31 мая 1916 года немецкий флот вышел в море. Однако еще за день до этого британцы знали о готовящемся ударе и предприняли меры для встречи врага. В последний весенний день 16 года в Северном море, недалеко от датского полуострова Ютландия, сошлись две армады, 249 боевых кораблей. Ютландское сражение, ставшее крупнейшей морской битвой Первой мировой войны, длилось два дня. С утра и до глубокой ночи линкоры, крейсеры и эсминцы маневрировали, вели артиллерийский огонь и выпускали друг в друга торпеды. Английский флот имел явное численное преимущество. Только крупнейших кораблей эпохи, линкоров, они имели 28 против 16 немецких. Во время битвы британцы израсходовали 4598 снарядов, из которых в цель попали лишь 100. Германский флот потратил 3597 снарядов и добился 120 попаданий. Всего за несколько часов англичане потеряли 3 линейных крейсера, 3 броненосных крейсера, 8 эсминцев и 6784 человека. Немецкие потери составили 1 линейный крейсер, 1 броненосец, 4 легких крейсера, 5 эсминцев и 3039 погибших моряков. После окончания битвы о своей победе заявили обе стороны. Немцы ввиду явно меньших потерь в своем флоте. Британцы считали победителями себя, поскольку германская морская армада так и не смогла прорваться к их берегам. Машины, броня, мощные орудия. Весь этот стальной каток перемалывал жизни и судьбы народов Европы и мира. Каждый день этой новой невиданной войны приносил известие о гибели тысяч и тысяч человек. Алексей Алексеевич, ну что, окончилось совещание? А что, государь? Сейчас проследует. А как прошло? Вы в Бога веруете? А как же ваше высокопревосходительство? Тогда молитесь. Мы наступаем. Весной 1916 года на Восточном фронте в районе Луцка царило затишье.
Но именно здесь готовилась одна из крупнейших операций войны, смелая по замыслу и блестящая по выполнению. И осуществить ее предстояло русской армии.